Неужели трудно сделать удобный трап? Чтоб ступеньки ехали, как в метро. Дано указание, Леонид Ильич. Поручили изобрести трап с эскалатора. Сделают, будет как в метро. Чего раньше-то не сделали? Ведь мысль простая. Чтобы пожилому человеку удобно было подниматься в самолет, спускаться с самолета. Не сделали, потому что в нашей стране ни черта сделать не могут. Противоракетной обороны нет. Автомобили самые дрянные в мире. Джинсы шить не научились. Это еще что? Для ваших внуков. Вот текст. Последние слова хорошо бы запомнить, Леонид Ильич. Скажите их прямо в объектив. Вот эти, про мирные инициативы Советского Союза, про то, как важен мир во всей нашей стране и для вас лично. И что-нибудь добавьте от себя, что-нибудь про внуков. Угадал твою задумку. Хотят ли русские войны, спросите вы утешены. Я самый человечный человек. Ой, Господи, как вы мне все надоели.